молчи, мажешь себе и мажь. Да что больше ты, тебе тут делать нечего. А ну дай немедленно. Весь я под небесом. У вас тут сроду не уедешь. А что, ты порядки позаводили? Прямо хоть караул кричи, честно слово. Скоро тут люди будут ночами сидеть и билетов у вас ждать. Война, что ли? Не уехать, не приехать. Пожаловаться некому. И сказать некому. И такие здоровенные поезда ходят, и одного человека посадить не могут. Что у вас тут за порядки такие завелись? Паразиты. Как же я по тебе соскучилась. Да как же ты выросла. А знаешь, я тебе что привезла? Там корзиночка под подушкой лежит. И еще чего. Ой! Бабушка, а что это у тебя такой большой нос? А? Как большой? Нос себе и нос. Я большая, нос большой. Интересно. Интересно, бабушка, за углом. Как пойдешь сразу налево. Ой, ой. Да что ты? Что ты? Что ты говоришь? Я что говорю? Что ты в этом понимаешь? Я все понимаю. Что ты понимаешь? Я просто хочу, чтобы у моего ребенка был отец. Чтобы он рос в нормальной, здоровой обстановке. Чтобы его не постигла моя участь. А ты что думала? Да что можно сделать руками? Все поправить. Мордобой тут устроила. Ира, когда это все в конце концов прекратится? Когда это все кончится? Здравствуй, волчик. Ко мне приехала, что ли? Да нет, я тут заехала дочку проведать, Нину. Вот пришла узнать, как ты тут живешь. Хорошо, Маруся. Я же все время болею, Маруся. У меня же все время вторую неделю бюллетень. Бог ты мой. У меня же ведь бронхит, Маруся, буквально хронический. Понимаешь?